Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство. И сегодня мы будем продолжать играть в эту замечательную игру, и крутую очень, под названием Need for Speed Hot Pursuit. Так, ну что ж, давайте выберем одну из серий гоночных автомобилей, которые достались нам от вчерашней гонки. Так, мы открыли новый Porsche Turbo S Cabriolet, мы открыли Chevrolet Corvette, Audi, и мы открыли Aston Martin и Dodge Viper. Так, я хочу проехаться на Chevrolet Corvette. Выберем цвет красный, отлично, просто супер. И проедемся, собственно, посмотрим, на что этот автомобиль способен. Сколько он сможет выдержать у нас на трассе. Так, что-то загрузка долго идет. О, все, закончилось, отлично. Ну что ж, поехали. Ой-ой-ой, вот это скорость. Так, впереди Porsche и еще что-то. Не вижу, потому что сильно далеко. Да. Так, я вам хочу, ребята, сказать, что этот автомобиль отлично просто себя ведет на дороге. У него есть огромный потенциал. А тут вот такая Aston Martin полицейская. А мы ей шипы оставим, да? Сейчас мы загрузим шипы и оставим ей в подарок. Что ты делаешь-то? Разрешаю, вы можете использовать AMI. Ха-ха-ха-ха, да, ребята. Мы оставили ей шипы, и она на шипах, отлично. Ребята, она меня ударила, и у меня отвалился этот. Ребята, у меня отвалился бампер. Что ж, моя машина теперь вот такая уродская, что же делать-то? Так, догоняем. Не успеваем, не уходим, поворот. Врезаемся, ничего у нас есть, нитро, и мы догоняем. О, господи, нам остановили Эмби, давай нитро. Ай-яй-яй-яй, наша машина выведена из строя на некоторое время. Да, ребята, опять эта машина попала на шипы. И на некоторое время мы его обезвредили, этого полицейского. Но стоит не забывать, что есть вот новые полицейские, которые хотят нас просто догнать, обогнать и, наверное, арестовать. Вот, давай, включай нитро, я хочу уйти от АМИ. Ай-я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 й. Авария, еще в аварию попал. Да как так-то? Давай газу, 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 заводи. Поехал, поехал, пошел, пошел, пошел. Скорость 182, 190, 200 км в час. Отлично, давайте в пещеру. Заехали в пещеру. Таким образом, ему спрятаться от МИ. Ой-о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 й. Я уже... У меня автомобиль уже поврежден до такой, до бесконечности. Ой-ой-ой, полоса с шипами. Поворачивай, поворачивай, поворачивай. Ох, ты что, чуть на полоску с шипами не наехали. Так, один АМИ я уже просрал, да? Остался, осталось два. Центральная, запрашиваю заграждение. Я собираю машину заграждения в направлении. Дядя, а тебе на кабриолете не холодно зимой? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А тут полицейский пост. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, меня чуть не схватили. Ребята, осталось 11 километров до финиша. Я не знаю, или мы дотянем на этой развалюке, потому что автомобиль у нас уже полностью разбит, и я не знаю даже что. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, все. Все. Еще и задержан. Все, мы автомобиль уже. Достать его все. Для допроса. Все, я, ребята, арестован. Меня арестовали. Уровень 2, полоса с шипами. Открылась. Hudson Tech. Передовые технологии на рынке запчастей. Представляем измельчитель. Второе поколение, монтируемый в багажнике системы прокола шин. На 50% шире, на 30% длиннее, без подвижных частей. Ставится быстрее 5 секунд. Ну
Так, ну что ж, ребят, нам все равно, мы эту гонку не прошли, потому что нас арестовали. Нам по-любому ее надо пройти, но выберем мы уже другую машину. Давайте покатаемся на Порше. Люблю желтый цвет, когда в Порше. Берем желтый цвет и поедем, покатаемся на Порше. Посмотрим, нам нужно обязательно пройти эту гонку. Здесь полицейские довольно-таки сильные, и нам нужно от них попробовать все-таки оторваться, использовать МИ, использовать шипы. И, в принципе, давить на газ, включать нитро и добиваться все больших и больших высот. Так, ну что ж. Porsche, оказывается, еще лучше ведет себя на дороге, чем Corvette, который мы только что буквально управляли. Porsche в поворотах полегче. Вот тут со мной уже Lamborghini. Это вот, Lamborghini Gallardo впереди. Красивая машина, Mercedes. И тут Aston Martin, полиция просто на крутой качерево. Сюда заправку не заехали гости. Включаем нитро. 240, 250, 260, 270, 280. 5 километров в час. Воу, входим в поворот. Не вошли. Давай. И включен, и кого-то там пытаются, по-моему, вырубить из моих соперников. Аккуратненько поворачиваем, обгоняем Мерседес и едем дальше, включаем нитро. Ой-ой-ой-ой, куда ж тут джип стоял на дороге? Набираем скорость быстренько до 200. Полосы с шипами. Полосы с шипами — это хорошо. Ой-ой-ой. Когда с аварию попал, и чуть меня с собой не забрал. Ой-ой-ой, полосы с шипами. Чуть не наехали, ребят, вы видели? Полоса с шипами не задержала цель. Нарушитель продолжает движение. Это ж типа я нарушитель. Вот вторая полицейская, ребят. Опять немножко. Ой-ой-ой, машина встречная. Фу, да, ребята, мы кинули полосу с шипами, и полицейский просто попал на нее. Таким самым мы его притормозили на некоторое время. Но по сути нам нужно включать новый ЭМИ для того, чтобы окончательно добить полицейского. Ребята, двухсот. Ой-ой-ой, там куча машин стояла. Работали на каком-то автомобиле. Нарушение слишком далеко. Введение ЭМИ невозможно. Да, ребята, полоса с шипами отлично притормозила полицейских. И мы немножко отрываемся, осталось до финиша 9 километров. Ребята, блокпост. Тихо. Нам помешало Lamborghini вот это. Да, ты Mercedes, ты на обгон. Тихо. Осталось 7 километров. Ой-ой-ой-ой. Опять новый полицейский. Ребята, осталось 6 километров до финиша. А он опять использует... Ой-ой-ой, авария. Что ж такое-то? Авария. Полиция. А, ребята,
совсем забыл. Я хочу передать привет. Хочу передать привет своему подписчику, который постоянно смотрит мои видосы. Звать ему Тимофей. Привет, Тимофей, как дела? Я вчера отвечал на твои комментарии. Ты такой подписчик, который очень мне понравился. Молодец. Молодец, что комментируешь мои видео. И смотришь их. Спасибо тебе большое за это. Ну что ж, ребята, мы опять провалили с вами эту гонку. Не смогли мы все-таки доехать. Хочу еще раз передать привет таким подписчикам, как Тимофей, Николай и Алена. Спасибо вам большое, что смотрите меня и комментируете, ставьте пальцы вверх, приглашайте своих друзей и встретимся в следующем выпуске и будем проходить дальше эту замечательную игру.